Пару дней назад в народных новостях на городском портале родительница разместила информацию о том, что с Нового года существенно вырастет плата за детский сад. Цифра, опубликованная в этом сообщении, действительно способна огорошить любого родителя. Якобы с 1 января за пребывание ребенка в детском саду придется платить до 3500 рублей в месяц. О том, сколько же будет стоить посещение детского сада в 2014 году, мы попросили рассказать заместителя главы города Веру Соколову. Метод формирования родительской платы за детский сад изменился осенью 2013 года после вступления в силу нового закона об образовании. Размер платы за пользование услугами дошкольного учреждения теперь определяется, исходя из средней величины стоимости одного дня пребывания ребенка в детском саду по всей области. Где-то она больше, где-то меньше, но, по словам Веры Соколовой, в среднем составляет от 90 до 120 рублей. Нетрудно посчитать, в этом случае за 22 дня, когда ребенок посещает дошкольное учреждение, родителям пришлось бы платить в среднем 2300 рублей. В 2013 году рассказовцы платили за детский сад примерно 1000 рублей в месяц. Когда встал вопрос определения платы на 2014 год, администрация города приняла решение сформировать величину платы за детский сад, не допуская ее максимального размера. Сейчас, в настоящее время, рассматривается вариант установления родительской платы, которая будет максимально ограничена стоимостью 1500 в месяц. То есть всю дополнительную сумму, которую придется оплачивать для питания ребенка при посещении дошкольного учреждения, городской бюджет возьмет данное обязательство на себя и будет компенсировать образовательным учреждениям дополнительно к родительским средствам оплату питания, уход и присмотр за детьми в наших детских садах. С января 2014 года родители, чьи дети посещают дошкольные учреждения, по-прежнему будут получать компенсацию. Определенный процент платы за детский сад будет возвращаться им на лицевой счет. Размер компенсации будет зависеть не от общего количества детей в семье, а от числа дошкольников. Будет принято областное постановление, в котором будет предусмотрен конкретный размер, необходимый для выплаты компенсации в последующий период. В зависимости от установленного размера будет три вида компенсации – 20%, 50% и 70%. То есть, если один дошкольник посещает образовательное учреждение, а в семье, например, трое детей, то он будет подпадать под компенсацию в размере 20%. Если два дошкольника посещают дошкольное образовательное учреждение, соответственно, 50, если три – 70.